поводу настроек тебе. Параметры при съемке будут одинаковые и меняться, скорее всего, не будут. Это ISO будет 100. Динамику самой позы, вот это все переплетение, перегибы, вот, и чем более несуразная поза, тем она красивее будет смотреться на фото. Если отсечь все нижнее. То есть, если вот именно с ногами, где там одна сверху. Да, на 6,3 получается лучше. Когда у нас дождь идет перед моделью, у нас получается ребенок.
Свет проверить, это при желании можно просто кадр крупнее пройти, сделать и просто жопу меньше. То есть, естественно, лучше снимать без этого. Для проверки света мне вот проще полный кадр. Ну, 3.5 нормально. Так вот, примерно. Она уже спит. Не спи, покурил, не спи, залезай. Thank you.